В приоритете добрососедские отношения. Один из вопросов повестки дня 95-го, заключительного в этом созыве заседания Совета депутатов городского округа Щелково, касался побратимских отношений между городами Талси, Латвия, и Лохья, Финляндия. Накануне в аппарат Совета поступили обращения от руководства Талси и Лохья, в которых говорится о прекращении сотрудничества. Депутаты выразили искреннее сожаление о таком решении, понимая, что отказ от дружбы носит политический характер. Установление дружеских связей между городами – прерогатива депутатов. Мы посчитали нужным ответить на эти обращения и сказать, что, вы знаете, наши народы дружат, допустим, остался более 50 лет, и независимо от тех геополитических процессов, которые проходят в мире, я думаю, что наши народы дружили, дружат и будут дружить. С городом Лохи и дружеские связи поддерживались на протяжении 15 лет, остался более полувека. Депутаты выразили уверенность, что потенциал сотрудничества не исчерпан. В принятом обращении председателем Думы Талсинского муниципалитета и правления города Лохи говорится о надежде на возобновление добрососедских отношений. В заключительный день работы Совет рассмотрел 17 вопросов, в том числе об исполнении бюджета за первое полугодие на территории 8 поселений, входящих в состав городского округа. Приняли документ, определяющий порядок рассмотрения проектов муниципальных программ, чтобы новому Совету было проще вносить в них изменения для эффективного выполнения мероприятий, финансируемых из бюджета. Одобрили положение о ежегодном отчете контрольно-счетной палаты, органа, в обязанности которого входит оценка эффективного использования бюджетных средств. Провожали 7-й состав Совета, руководство городского округа Щелково и коллеги из Мособлдумы. Были довольно непростые времена. Очень многое пришлось пережить Совету депутатов. Одно из последних, что коснулось и затронуло всех жителей, конечно, объединение в городской округ. И это очень был непростой, порой даже очень сложный процесс. И образовались в городской округ, в том числе благодаря вам. Приняли довольно много решений, которые и сегодня работают во благо жителей городского округа. Депутат Московской областной думы назвал нынешний состав Совета особенным. В нем отразилось в полной мере вся политическая палитра Российской Федерации. Но отдать нужно должное именно поэтому, что вы выполняли хорошо свои обязанности. А ваши обязанности одни – это защищать интересы наших жителей, наших избирателей, которые вас избрали. Мы часто спорили, не соглашались друг с другом, но всегда принимали решения, которые шли на благо жителей нашего края, Щелковского района, городского округа. И поэтому Совет отличался тем, что в основном все депутаты Совета депутатов, они шли исключительно от потребностей избирателя. 95-е заседание стало последним для нынешнего состава Совета депутатов. В предстоящее воскресенье, 8 сентября, мы будем избирать новый Совет городского округа Щелково. Он будет состоять из 25 человек. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.